Нас сегодня сюда позвали, потому что здесь имеются такие дети, которые смогли противостоять моей армии и моей армии генерала Кариуса. И мы хотим этих детей отметить, потому что они молодцы, что они умеют с нами бороться. Знакомьтесь, Бактериус и Кариус, почетные гости праздника. Международный день улыбки снова собирает на Кемеровской набережной самых веселых и жизнерадостных горожан. Пора подводить итоги традиционных конкурсов, рисунков и фотографий. В этом году количество участников бьет все рекорды. Более 1000 мальчишек и девчонок создавали самые улыбчивые шедевры. Цель очень простая, чтобы в нашем городе как можно больше людей улыбалось. Потому что когда ты бываешь за рубежом, ты видишь, сколько улыбчивых людей там и сколько мало улыбающихся людей в нашей стране. С каждым днем, с каждым годом количество улыбающихся людей в нашей стране будет увеличиваться, особенно в нашем городе, благодаря такому празднику. На детских рисунках улыбаются врачи, папы, мамы и даже кирпичные дома. Выявить самое лучшее полотно было непросто, но конкурс есть конкурс. Покорить сердца жюри удалось маленькому Денису. Задумка его картины и правда необычная. Я нарисовал клоуна со свиньей. Они оба улыбались. В роли победителя юный художник чувствует себя на 5 с плюсом. Отлично, хочу улыбаться. Хорошее настроение оказывается заразительным, и вопреки нелетной погоде улыбки то и дело мелькают на лицах собравшихся. Помимо талантливых в числе гостей, еще и любознательные ребятишки. Весной они начали заполнять листы с правилами здоровых зубов. За каждое посещение стоматолога получали новую наклейку. Родители говорят, что это по-настоящему увлекло ребят и помогло им перестать бояться лечить зубы. С азартом ей было интересно, конечно, участвовать, собирать наклейки. Каждое посещение было у нас сопряжено с тем, чтобы не забыть получить наклейку. Непосредственно хорошие услуги, главное, чтобы была наклейка. То есть ей было, конечно, интересно. А вот и фокусник подоспел. Его летающий стол и исчезающие разноцветные платочки по вкусу даже взрослым. Дружелюбные мимы на ходулях и постановки юных танцоров. Международный праздник – отличный повод подарить улыбку другому. Но еще лучше делать это каждый день и просто так. Ольга Дурных, Александр Белкин. Специально для программы «Кто там?».